озвучено Крефти. Перевел Павел Сиренко. Этот салат настолько отвратителен. Я полностью потерял аппетит. Если бы мясоеды вели себя как веганы. Как ты стал мясоедом? Я ем только мясо. Главное это есть мясо сырым. Ты ешь? Я буду соевый сыр. Только я не ем сыр. У вас есть цыпленок с запахом сыра, которым можно было бы его заменить? Вегетарианцы неплохие люди. Они ужасные люди. Это сосиска, мясной аналог огурца. У нее вкус, как у натурального огурца, и на ощупь она такая же. Только не содержит огурец. Употреблять растения так же вредно, как и пить щелочь. Это определенно убьет тебя. Ты действительно этого хочешь? Все, что нужно, чтобы быть здоровым, это есть мясо. В мясе есть все, что необходимо. В говядине полно углеводов. Орки сильнее развиты духовно, потому что они едят только тюленье мясо. Следовательно, люди тоже должны есть мясо, потому что это лучшая диета для твоего духа. Растения дают нам кислород, зачем их есть? Ты вообще знаешь, насколько опасны олени, когда ты за рулем? Если ты не убиваешь оленей, считай, что ты специально хочешь, чтобы кто-то разбился. Мир станет намного безопаснее, если мы будем есть животных, которые могли бы съесть нас. Брокколи? Это же ест моя еда. Это еда моей еды. Я не одобряю, что ты это ешь. Вы не должны есть саблезубых тигров, чтобы они не исчезли. Пусть они живут, и ваши дети и остальные поколения смогут их увидеть. Но самый лучший способ выжить для нас – это убить их и съесть. Этот кокос рос на пальме. Зачем ты это ешь? Я бы никогда не ел растения, выращенные на крупных фермах среди обитания человека, и из которых делают масло. Против их собственной воли. Ты когда-нибудь думала стать мясоедом, помогла бы спасти планету? Или тебе похер на нашу землю? Ты видел ту документалку про ферму Кейла? Ты должен посмотреть. Аж сердце разрывается, видя, как умирают эти бедные растения, целые леса. Не выношу фермеров. Ферма Кейла, уничтожитель окружающей среды номер один. Как посмотришь, больше никогда не будешь есть растения. JP однозначно разбирается в диетах лучше, чем я. Я моментально решил стать мясоедом. JP самый нелогичный человек из всех, кого я знаю. Так говорят только люди, переполненные желчью. Я имею в виду, они не могут нормально рассуждать. Вы будете менее ужасными людьми, если подпишетесь на мой канал. Конечно же, я про свой канал. Все мясоеды собрались в одном месте, это прекрасно. Дай мой стейк. Если тебе понравилось это видео, то поддержи его лайком, репостом, а также подписочкой. Ну, пожалуйста, там еще круто будет.